Более 300 человек стали волонтерами областного проекта «Забота, защита, уважение». Добровольцы будут поквартирно посещать всех жителей областного центра. Цель этой работы – проинформировать горожан старшего возраста о региональных программах, социальных сервисах и возможностях, которыми они могут воспользоваться. Они касаются услуг в сфере здравоохранения, социальной поддержки, улучшения жилищных условий и многих других инициатив. Обучение в рамках проекта прошли около 300 волонтеров. Кроме этого, добровольцы помогут с установкой приложений на мобильный телефон. Это и госуслуги, и наше уникальное приложение «Острова-65», через которое можно пользоваться довольно большим количеством наших услуг, специфических, региональных, которые могут быть недоступны на других сервисах. В том числе можно оставлять различного рода обращения и наказы нашим органам власти и местного самоуправления. Добровольцы будут узнаваемы, у них есть специальная форма, это белая манишка с надписью «Волонтер» и большим сердцем с названием проекта «Забота, защита, уважение». Также при себе информаторы будут носить большое количество раздаточного материала.